Добрый день, меня зовут Николай, я представляю компанию Synology, которая занимается производством SOHO-серверов по технологии NAS с тем же брендом Synology. Здесь, на выставке Crocus Apps Expo, мы предоставляем возможность познакомиться с продукцией Synology. В частности, на стенде присутствует моделька DS1511+, одна из топовых моделей, как видеорегистратор. Хотя данные устройства могут быть использованы под непосредственно другими функциональными возможностями. Например, как файлообменник, файл-сервер тот же самый, как mail-сервер, как FTP-сервер, ну и так далее. На стенде мы предоставляем непосредственно просмотреть возможность, как работает видео. Одна из функций Synology – это видеорегистратор. На стенде используется порядка 8 камер, и в данном случае мы показываем именно, как это происходит, как это управляется, коим образом возможно управление с помощью Synology. Synology позиционируется на рынке как для дома, малого и среднего бизнеса. Непосредственно в данной модели выбор заключается в том, что данная модель, она может использовать порядка 5 жестких дисков, имеет двойной гигабитный сетевой разъем, что обеспечивает наибольшую работоспособность в сети, а также и в IP-видеонаблюдении. За всеми другими непосредственно вопросами буду рад с вами пообщаться и встретиться на сайте Synology.su, также по телефонам технической поддержки. Спасибо вам большое.